Всем привет! Сегодня у нас в духовочке будет бумага с маслицем готовиться. Это достаточно экономно и вкусно в наше время. Вот, на самом деле шучу. Здесь уже готово кое-что другое. Будут, наверное, рулетики, да? Какие-то. Слойки. Как? Слойки называются. Слойки. То есть это слоеное тесто, а там внутри завернуто кое-что, покажем что, и потом, в принципе, приготовим, посмотрим. Нет, такое, правда, нельзя. Слоеное тесто я не очень люблю и вполне те же будут. Поэтому это не для меня. Для меня чуть позже. Ух ты. Так вот. Из ингредиентов надо слоеное тесто. Ты его замораживал, да? Сейчас размораживали. А, или хранилось просто у тебя в морозилке, да? Дальше колбаска на терочке, крупная, сейчас покажу, okay. То есть колбасочка либо ветчина натирается. Сыр тоже на этой крупной терке, катывается тесто в виде экрана телевизора квадратного советского, да? Муки, скалочка. Блин, так нравится наблюдать, когда другие работают. Прям вообще. Ну ладно. Кольцо снова. Я думаю, ты что-то хотела со мной уже сделать. Ничего с тобой не буду Ну, умница, продолжай. Когда я это есть не буду, наверное, но можешь попробовать чуть-чуть. Попробуешь. Я с детям готовлю. Ребята, я не бездельничаю. Я закинул пельмени и мешаю пельмешки. Вот. А пельмешки у нас, знаете какие? Мы впервые решили попробовать в магазине дешевых цен Доброцен, который меня очень испугал, и больше туда не вернусь. Но в этом покупке все магазины такие плохие, Доброцен, просто вот, которого Рамиль, мне не понравился. Короче, Ариант уральские пельмени. Значит, пельмешки челябинские. Такая вот упаковочка. Посмотрим. Кто пробовал, пишите свои отзывы. Мы тоже пару пельмешек какие-нибудь попробуем. Просто до этого мы брали какие пельмешки? Ермолинские. И нам они вообще не зашли. Ну, мне, по крайней мере, не понравились. Такие прям массивненькие стали. Водички сегодня питали. Ингредиенты мы не рассказали. Тут что у тебя? Укроп и... Майонез и сметана. А, майонез и сметана. Это замечательно. Я уже импровизирую сама. Угу. То есть нам надо как-то это назвать. Либо рулетики, либо чомпики какие-нибудь. Либо... Что получится? Может, вообще несъедобное. О, хорошее название. Что получится? Нормально. Так и назовем, кстати, ролик. Готовим, что получится. Нормально. Давайте, ребята, в комментариях придумаем название. Видимо, какие-то финтюфлюшечки с соусом, с колбаской, с ветчиной и сыром. Так, мало. Мало колбаски, да, в этот раз? Mm-hmm. Блин, что еще надо будет покрошить? Да, да, ну работа. В общем, покрошили сюда еще колбасенки этой. Сейчас сыра. Если сыра тебе кажется мало, то его больше нет. Нет, сыр нормально. Насыпаем сыр. В общем, можно просто назвать рулетики из слоеного теста с ветчиной и сыром. Рулитосы. Колбасосы и сыросы. Ну, я что-то уже погнал, конечно. Все это режется, но вы уже видели, да? И кладется в духовочку. Насколько ты будешь? По готовности будешь определять? По готовности. Ну, время засекать. Пельмешки от Рианта. Ломаем, режем. Ой, как он выбежал от тебя. Убежал. Ну, что? Пельмени. Ну, я вот смотрю, тесто тоньше, чем в тех, которые мы до этого брали. Единственное, я схватить не могу. Мне надо копье. Так, пробуем. Не, хоть я и Челябинской области, но слушай, мне вроде кажется вкуснее, чем те. Ермолинские. Вкуснее? Ну, эти прям посочнее. И там было, по-моему, соли дофига. Да. А здесь в меру. И цена нормальная. И эти дешевле, чем ермолинские. Сколько там стоит? 170. Ну, 170, но это за 800 грамм. А, да. Будешь доедать? Ешь. Ну, я за родину, мать. Челябинск, куда я? Давай я тебе наложу. Не-не-не, все-все-все. Перерывчик. Хорошие пельмешки, короче. Ну, как хорошие? Это все в сравнении. То есть мы сравниваем с ермолинскими. Беда. Вот белорусы какие мы брали тогда, они будут тоже огонь. Вкусные. Вкуснее этих даже. Тема.
Я бы сейчас пельмешек поел, но у нас еще кое-что есть. Поэтому по чуть-чуть, чтобы морда в экран все-таки влазила и не расплывалась дальше. Вот они, смотрите, какие красавицы. Кстати, форму, в принципе... Единственный минус, они там слипшиеся. А, ну слипшиеся были, это мы виноваты, надо было выбирать получше. Там все такие. Вот, ну все такие, да. Видимо, их разморозили сначала, а потом заморозили. А так, в принципе, вид хороший у них. Жидкость внутри есть, впитали нормально. Ну, некоторые, конечно, поломанные, но из-за того, что слипались. Вот, ребят, такая красота получилась. Это очень вредно для меня. Ну, я попробую. Так, что-то оно как пюрешка прям. Это вот мазик, да, вот это все, наверное. Угу. Попробуем тесто. Тесто со сосисонами дают. Там колбаска. Слушай, ну тесто я бы не сказал прям, что такое слоеное, которое я не люблю. Я колбасу чувствую, укроп чувствую. Такое ощущение, как будто это пюре картофельное. Вот этот мазик, сметана. Хотя картошки в нем нет. Интересно. Горяченько. Ну, слушай, ну вкусно. Я есть не буду. Ну, потому что тесто. Но так-то вкусно. С утреца такое-то нормально. Ну, как бы такой, типа, утренний завтрак. Сколько там духовка? 50 минут, да, было? На сколько она? 200 градусов? 200 градусов. 50 минут готовая полностью. Так что вот, кому если вдруг захочется, попробуйте сделать. В принципе, нормально. Я думаю, можно и без слоеного теста обычное, да? Как пирожочки такие. Вкусно, вкусно.